Водители автобусов со всей страны сразятся за звание лучшего в нашем городе. Конкурс профессионального мастерства среди перевозчиков пройдет с 28 по 30 мая в Иванове. Еще на этапе выбора места проведения конкурса вместе с нашим городом рассматривались такие гиганты, как Сочи и Казань. В итоге организаторы отдали предпочтение Ивановской области. А это уже маленькая победа для региона. Это совместное решение, выработанное губернатором Ивановской области и коллегами из Министерства транспорта Российской Федерации. Ему предшествовала большая работа. Мы защищали возможность проведения у нас в регионе этого большого конкурса, всероссийского конкурса на лучшего водителя автобуса. Поэтому довольны таким исходом ситуации. В качестве главной цели состязания организаторы называют привлечение внимания профессионального сообщества к необходимости соблюдения действующих норм и правил дорожного движения. Сейчас ситуация с аварийностью общественного транспорта в регионе улучшается. За два месяца 2015 года в городе Иваново произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов, в результате которых 27 человек получили травмы тела. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество происшествий снизилось на 38%, количество пострадавших людей также снизилось. Из 18 дорожно-транспортных происшествий 11 произошли по вине водителей автобусов. В конкурсе примут участие более 100 победителей региональных состязаний на звание лучшего водителя. Соревнования пройдут в два этапа. На теоретическом участники пройдут тестирование на знание правил дорожного движения и тонкости ремесла. Практический этап будет интересен в первую очередь для зрителей. На специально подготовленной площадке водители автобусов будут соревноваться в ловкости маневрирования. Ну и завершится конкурс в День города показательными выступлениями и награждением победителей. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иваново.